Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 9. Урок 4. При каких значениях А, Б и С верны равенства? Объясни их смысл и переведи с математического языка на русский. А минус скобка открыть Б плюс С равно А минус Б минус С. А минус С минус Б. Вычитание суммы из числа. То есть можно из числа вычесть одно из слагаемых, а затем второе, при условии, что А больше, чем Б плюс С. А прибавить Б в скобках минус С равно А минус С в скобке плюс Б равно А плюс Б минус С. Это называется вычитание из суммы числа. То есть можно сначала вычесть одно слагаемое и прибавить второе, но при условии, что А плюс Б должно быть больше, чем С. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.